Массовые акции сторонников и противников Николы Пашиняна продолжали в столице Армении всю ночь. Ситуация в республике обострилась после того, как Генштаб потребовал отставки главы Кабмина. Премьер-министр назвал эти действия попыткой военного переворота. Накануне вечером состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина. Российский лидер, цитата, выразил поддержку законным властям Армении. Вашингтон также обозначил свою позицию. «Мы в курсе происходящего в Армении. Мы призываем все стороны к сдержанности. Мы также считаем, что вооруженные силы не должны вмешиваться в политику. Это основа любой демократии». Беспокоит обострение внутриполитического кризиса в республике и ООН. «Мы чрезвычайно озабочены происходящим в Армении. Мы подчеркиваем необходимость сдержанности, которая важна для обеих сторон. Мы также призываем к диалогу, чтобы постепенно ослабить напряженность сложившейся ситуации. Мы напоминаем о необходимости уважения демократических принципов и следования правовым нормам основного закона республики». Президент страны Армен Саркисян, в конституционную прерогативу которого входит назначение и снятие по предложению премьер-министра высших военных руководителей, пока документы об отставке начальника генштаба не подписал.